Добрый день, уважаемые коллеги! Разрешите представить вам семинар «Приемы формативного оценивания при изучении раздела «Хобби и свободное время» в 7 классе. Предмет «Русский язык и литература» как второй. Учитель русского языка и литературы НИШ ФМН города Семей Смогулова Налатлюбе. Содержание семинара даст возможность учителям познакомиться с теоретическими аспектами формативного оценивания, этапами работы по оцениванию при планировании уроков и при проведении урока, практическими разработками различных видов заданий при реализации формативного оценивания. При подготовке и планировании урока важным является понимание учителем целей обучения, то есть так называемая распаковка целей. Учитель должен четко понимать содержание данной цели обучения именно для этой параллели и учитывать то, что данная цель развивается по вертикали. Кроме того, необходимо определить объем и содержание данной цели на конкретный момент времени, то есть на данный урок для определенного класса. Таким образом, учитель прогнозирует ожидаемые результаты обучения с учетом класса, в котором будет проводиться урок, с учетом предыдущего обучения, с учетом предыдущего формативного оценивания. Следующим немаловажным шагом является составление критериев и дескрипторов. При их составлении важно держать в фокусе цель, не включать в дескрипторы то, что не предполагает данная цель обучения. Кроме того, важно составить дескрипторы так, чтобы они были понятны учащимся, по возможности измеримы, выполнимы и сформулированы кратко. Следующий этап работы подготовки к уроку направлен на отбор приемов и методов как оценивания, так и работы по цели обучения для достижения ожидаемых результатов. Необходимо построить урок таким образом, чтобы все задания, все приемы и методы были направлены на конкретную цель обучения, на достижение результата. Сложность заключается в том, что при подготовке к уроку учителю необходимо уметь прогнозировать работу учащихся, понимать, на что будет направлено то или иное задание, как оно будет способствовать обучению учащихся. Очень важным, на мой взгляд, является планирование времени на сам процесс оценивания, если не имеется в виду такой вид оценивания, как наблюдение учителя. Конечно, наблюдение учителя – важный вид оценивания, который проходит постоянно, который дает возможность внести корректировки в преподавание и обучение незамедлительно. Однако не менее важным является развитие навыков оценивания у учащихся. Поэтому важно определить вид оценивания на каждом этапе урока, определить, на что именно будет направлено это оценивание, как будет организовано. Учителям, имеющим небольшой опыт в данной области, можно рекомендовать прописывать все это в плане урока. Очень важно также определить время, которое вы хотите или можете уделить оцениванию на каждом этапе. Можно заранее определить фокус группы учащихся для оценивания, так как, зная сильные и слабые стороны учащихся, можно определить, кто из них будет нуждаться в обратной связи по данной цели обучения или даже по определенному критерию. Несомненно, что результаты формативного оценивания и нужно использовать при планировании последующего обучения. Каким образом и в какой последовательности должна вестись работа на уроке, чтобы оценивание было частью обучения? Важно, чтобы на начальном этапе урока
Ученики четко понимали цели обучения, понимали критерии и дескрипторы. Понимали, что критерии и дескрипторы – это своего рода алгоритм действий по достижению цели обучения. Поэтому необходимо все это проговорить и обсудить с учащимися. Кроме того, важным на этом этапе работы является прогнозирование своего результата и возможных затруднений. Для этого можно использовать различные стратегии и приемы, на которых мы остановимся позже. Конечно, после выполнения задания нужно дать учащимся время для самопроверки выполненной работы по критериям и дескрипторам. Это позволит ученикам подкорректировать свою работу, научит более внимательно работать с дескрипторами, позволит избежать лишних ошибок, которые, возможно, были допущены. Таким образом, учащиеся смогут внести изменения в собственное обучение. Какие стратегии можно использовать на начальном этапе урока для работы с целями, критериями и дескрипторами для прогнозирования успехов и затруднений? При изучении раздела «Свободное время» были использованы две стратегии – «Рефлексивная мишень» и «Вчера, сегодня, завтра». Ученики на основе цели обучения определяют, на каком уровне они будут сегодня, какие могут возникнуть сложности или какие возникали сложности ранее при реализации этих целей и что нужно сделать для преодоления этих барьеров. На данном этапе у учащихся развиваются метакогнитивные навыки, умение рефлексировать собственное обучение, определять барьеры и пути их преодоления, умение прогнозировать свой результат. То есть урок должен начинаться и заканчиваться самооцениванием. Возможно, что рефлексивная мишень достаточно сложна для учащихся 7 класса, требует дополнительных комментариев и пояснений учителя по тому, что нужно сделать. Второй прием более четко направляет мысли учащихся на определение возможных затруднений с учетом предыдущего обучения, направляет на определение путей преодоления этих затруднений. Конечно, прогнозирование собственных результатов и необходимость определения шагов по преодолению затруднений вызывает сложности у учащихся. Однако практика показывает, что такой вид работы очень важен и способствует развитию навыков саморефлексии и самоанализа. В конце урока можно вернуться к самооцениванию по этим стратегиям. Как проводится работа? Нужно учащимся задавать вопросы, отвечая на которые они могут поэтапно развить навыки прогнозирования прогресса. Например, какие сложности были по данной цели обучения на прошлых уроках? Как ты думаешь, какой прогресс будет сегодня по данной цели обучения? Что нужно сделать, чтобы преодолеть сложности и достичь результата? В конце урока, вернувшись к данной стратегии, можно задать аналогичные вопросы в обратном порядке. Что было сделано, чтобы преодолеть сложности и достичь результата? Было ли это эффективным? Был ли достигнут тот уровень, который ты прогнозировал? Итак, цели обучения сегодня. У нас с вами цель 5. Прогнозирование содержания текста. Что значит прогнозировать? Это анализирование. Задание. Предсказывать, предполагать. Да? Хорошо. Создание монологического высказывания. Мы в этой четверти работаем над аналогом в форме такого типа речи рассуждения. Извлечение информации из различных ресурсов. Мы не случайно принесли ноутбуки, да, будем работать с интернетом. И использование синтаксических конструкций. На прошлых уроках о каких сложных предложениях мы с вами говорили? Извлечение. Сложно подчиненность, предаточная. Да.
изъяснительных, и дополнительных. Так, сейчас даю одну минуту. Если вам нужно вспомнить вид этих придаточных, вы можете в группе друг другу рассказать или воспользоваться памяткой на работе теоретической станции. Так, у вас одна минута, потому что дальше нам нужно будет эти придаточные использовать. Так, одна минута, вспоминаем. Можете в группе друг другу рассказать, можете память. Время. Возвращаемся на свои места. Вспомнили? Да. Так, хорошо. Итак, первая цель наша с вами — прогнозировать содержание текста. Сейчас под дескриптором посмотрите, что мы будем прогнозировать. Тему текста по ключевым словам. Тему текста по ключевым словам. Содержание. Содержание и проблемный вопрос. Хорошо. Вы уже понимаете, что вам нужно будет написать три прогноза, да? Сейчас каждый сначала думает, где у него могут возникнуть сложности по этой цели. Я думаю, что тему. Тему назовем, думает, почему? Потому что, по ключевым словам сложно определить тему, так как мы не знаем всего содержания. Ну, по содержанию, если можно выполнить, то по ключевым словам это не сложно. Важнее. Хорошо. Что нужно сделать, чтобы выполнить это задание? На чем сконцентрироваться? Как себе помочь? Это больше замечать ключевые слова, чтобы больше работать. Хорошо. Хорошенько проанализировать эти слова, да? Подумать, как они связаны друг с другом, Маржан. Так, Маржан, у тебя, как ты думаешь, где могут сложности возникнуть? Так. Мне кажется, что сложности, по теме, например. Ну, когда у нас есть текст, очень сложно определить проблему, а если это ключевые слова, то еще сложнее. Хорошо, согласны? Да. Так, по тексту сложно определить проблему, а по ключевым словам еще сложнее. Что нужно сделать, чтобы вот эти сложности преодолеть? Сначала, может, по ключевым словам продумать содержание, и после этого только составлять напоминалось. Хорошо, то есть мы поэтому так по порядку и делаем. Сначала тему, потом содержание, да, продумаем, а потом уже перейдем к проблемным. Что дают эти приемы формативного оценивания? Прежде всего, дают понимание важности и возможности продвижения по цели обучения, как для учителя, так и для ученика. Помогают продвигаться в зоне ближайшего развития. Развивают навыки метапознания, то есть понимание того, как ты обучаешься. Какие барьеры могут возникнуть? Это слабый навык рефлексии учащихся, нехватка времени на уроки, сложности в определении путей для дальнейшего развития. Вторая часть семинара посвящена рассмотрению практических разработок разных видов заданий, приемов формативного оценивания на уроках при изучении данного раздела.
Хотелось бы остановиться на возможности сочетать цели обучения, на их взаимосвязи, на том, как это можно сделать через один вид работы. Конечно, легче между собой цели по навыку говорения. Например, Г1 – владеть словарным запасом, включающим фразеологические единицы. Г4 – созданием монологического высказывания. Если внимательно посмотреть на дескрипторы, то мы можем увидеть, что данные цели очень легко интегрируются. Создает высказывание в соответствии с типом речи, соблюдает структуру рассуждения, приводит пример из жизни, литературы, фильмов и так далее, использует ключевые слова, фразеологизмы. То есть две цели свободно интегрируются через одно устное высказывание. При проведении данного вида формативного оценивания нужно было учесть, что учащиеся нуждаются в определенной языковой поддержке и нуждаются в предварительной подготовке по расширению словарного запаса, а именно фразеологизмов со словом «время». Поэтому на этапе подготовки ученикам было предложено заполнить теннотатный граф к слову «время». Из чего состоит этот граф? Нужно было учащимся дать определение слову «время» в строке «до», то есть на начало урока учащиеся могли активизировать собственные знания, написать, что можно сделать со временем и что может сделать время. В конце урока можно попросить учащихся вернуться к этому графу, предложив дополнить его, используя полученные в ходе урока знания. Данный граф можно переделать с учетом цели обучения, то есть вместо «до» поставить фразеологизмы или пословицы, которые будут способствовать расширению словарного запаса учащихся. Таким образом, данный граф может быть либо двух уровней, то есть наиболее уверенным учащимся предлагается расширенный граф. Для оказания поддержки при подготовке к монологическому высказыванию можно провести лексическую разминку, то есть предложить работу по определению фразеологизмов со словом «время» по картинкам. Время – деньги, тянуть время. Время бежит, беречь время, время истекло. Надо дать задание в течение 1 минуты в группах обсудить, как эти фразеологизмы связаны со сказкой Шварца, какой главный вопрос мы будем рассматривать на уроке. Таким образом, мы создали условия для менее уверенных учащихся, позволяющие расширить свой словарный запас и выполнить задание по целям обучения Г1 и Г4, избежав неудачи. Учли возможные затруднения и оказали своевременную поддержку. Таким образом, помогли учащимся продвинуться в зоне ближайшего развития. Реализовали формативное оценивание по целям обучения. Можно сделать вывод, что такая интеграция целей будет достаточно эффективна, поскольку были учтены возможные затруднения и оказана поддержка. Каким образом можно организовать работу по созданию монологического высказывания? Очень часто учителя задают вопрос, как опросить большое количество учеников, если класс не делится на подгруппы? Как оценить каждого ученика? Предлагаемый вид работы называется генератор случайных чисел. При организации работы по подготовке к монологическому высказыванию очень важно дать учащимся возможность для взаимообучения. То есть подготовка к этому виду заданий ведется в малых группах. Если навык создания монологического высказывания достаточно развит, можно сократить время на подготовку. Какие же этапы выделяются в данном виде работы?
Нужно в группах рассчитаться по порядку. Каждому учащемуся присваивается свой номер. От 1 до 4 или 5, в зависимости от количества человек в группе. Далее происходит взаимодействие в группах, то есть сама подготовка к монологическому высказыванию. Следующий этап. Учитель поясняет, что от группы выйдет отвечать тот, чей номер будет определен случайным методом с помощью генератора чисел. Четвертый этап. Отвечающий переходит в другую группу, где представляет свой ответ и получает обратную связь от членов этой группы. Нельзя забывать о том, что каждый вид работы на уроке должен быть формативно оценен. На данном этапе, конечно, будет проводиться взаимооценивание в группах. Важно, при оценивании учащиеся должны уметь видеть не только сильные стороны ответов учащихся, но и недочеты, как чужие, так и свои. Давайте рекомендации по... Что дают эти приемы ученику? Во-первых, развивают ответственность, так как каждый ученик понимает, что должен быть готов каждый член группы, потому что неизвестно, чей номер выпадет через генератор. Происходит взаимообучение и взаимодействие. Необходимость быть готовым каждому активизирует менее уверенных учащихся. Они пытаются получить как можно больше поддержки при подготовке от более уверенных учеников, что способствует взаимодействию. Конечно, возможность
развития собственного навыка монологического высказывания. Что дают эти приемы учителю? Учитель может использовать время подготовки для формативного оценивания в процессе наблюдения за работой в группе. А в ходе выступления одновременно оценивается 3 или более учеников по количеству групп. Таким образом, можно охватить большое количество учащихся. При этом учитель также имеет возможность в ходе наблюдения за выступлением учащихся в группе проводить формативное оценивание. Наибольшую сложность представляет навык чтения, который направлен на формирование учащихся лингвистической, языковой и коммуникативной компетенции. Поэтому учителям важно особое внимание обращать на упражнения, задания, которые способствуют обучению различным видам чтения. Каким образом можно объединить цели обучения по навыку чтения? Например, Ч4 – владение разными видами чтения, Ч6 – анализ художественных произведений. Если внимательно посмотреть по дескрипторам, то наглядно видно, каким образом сочетаются данные цели обучения и через какие виды заданий можно провести формативное оценивание на уроке. Например, применяет навык выборочного чтения, выписывает художественно-изобразительные средства. Несомненно, что наиболее сложным является изучающее чтение, направленное на то, чтобы обучать думать над текстом, понимать текст, а не только воспринимать его. Следовательно, смысловое чтение отличается от любого другого чтения тем, что читатель постигает смысловые моменты текста, интерпретирует его, извлекает идею, критически ее осмысливает. Поэтому важно развивать все виды чтения, и переход от одного вида чтения к другому должен быть поэтапным и логичным. Давайте посмотрим на примере. Например, при развитии навыков просмотрового или ознакомительного чтения можно предложить задание «Соотнесите отрывки с иллюстрациями к рассказу». Очень важно при развитии навыка просмотрового чтения не только четко поставить задачу, но и строго ограничить выполнение задания по времени. В данном случае дается 30 секунд. Как еще можно провести формативное оценивание по цели Ч4 – просмотровое чтение? Можно предложить разные виды заданий с учетом возраста или способностей учащихся. Соотнесите отрывок и иллюстрацию, соотнесите отрывок и заголовок, прочитайте и определите тему текста, отберите те отрывки, которые соответствуют теме урока, при этом предлагаются лишние отрывки. Расположите отрывки в нужной последовательности, соотнесите отрывки и план, в каком абзаце содержится факт или конкретная информация о чем-либо. Можно использовать перепутанный план. При развитии навыка выборочного чтения можно предложить следующее задание. Ответьте на вопросы, используя предложения, словосочетания или цитаты из текста. При данном виде чтения время также устанавливается заранее. Процесс проведения такого вида работы выглядит следующим образом. Ученик А получает разработанную учителем карточку с готовыми вопросами и ответами по отрывку. Задача ученика А – задавать вопросы ученику Б и проводить оценивание. Ученик Б должен за одну минуту ответить на вопросы ученика А, используя словосочетание или целые фрагменты, то есть предложения, из исходного текста.
очень важный момент, что ученик Б получает отрывок незнакомого текста непосредственно перед выполнением задания. Конечно, в основном в таком задании используются тонкие вопросы. Например, в неопределенном направлении неизвестно куда, пошел куда глаза глядят. Со значением бездельничать, терять время понапрасну. Быть очень осторожным, осмотрительным, держать ухо востро. Также можно применить дифференциацию по ускорению. То есть время, выделенное на выполнение задания, можно для более уверенных учащихся сократить. Как еще можно провести формативное оценивание по цели обучения Ч4? Для развития выборочного чтения можно предложить следующие задания. Найдите факт, который подтверждает или опровергает определенную мысль. Выпишите определенную информацию. Ответьте на вопросы, приводя цитаты из текста. Найдите слова, фразеологизмы со следующим значением. Прием «ловушка». Учитель читает текст и меняет в нем некоторые слова на синонимы. Задача учащихся – найти эту замену. Голова и хвост. Учитель начинает читать выбранное им предложение. Ученики должны быстро отыскать его в тексте и дочитать. Как мы уже сказали, наша задача состоит в том, чтобы сочетать цели обучения, а именно Ч6 и Ч4. Конечно, это легче всего сочетается при развитии навыков выборочного и изучающего чтения. Например, используя данные таблицы, определите особенности изображения главных героев сказки. Дифференциация по усложнению. Для более уверенных учащихся предлагается найти дополнительный прием «Предметы, символы». Таким образом, часть учеников работает по поиску трех средств создания образа и объяснения того, с какой целью автор использовал эти средства. А более уверенные учащиеся еще должны найти и прокомментировать «Предметы, символы». Мы работаем по дескрипторам. Что еще удалось хорошо, а что еще нужно проработать? Почему? Потому что иногда затрудняюсь определить хорошо. Лаура? Я бы сложно найти предметы символы. Так, почему? Ты не знала, что такое предметы символы, да? Или не поняла, что? Основную мысль, да. Еще кто? Косы, что было сложно тебе почищать? Были затруднения такие частичные? Какие? Особую сложность работы по интегрированной программе представляют цели обучения, которые направлены на изучение грамматики. Каким образом их можно интегрировать в письменные задания, наверное, всем понятно. А вот как можно их сочетать со слушанием? Какие виды заданий можно использовать? Например, цель обучения C5 – прогнозировать содержание текста по ключевым словам. И цель обучения – использование языковых единиц 2.2.
использовать сложные предложения, выражающие определительные и изъяснительные отношения. Уже при рассмотрении дескрипторов можно увидеть, что данные цели обучения легко могут быть связаны. Прогнозируйте тему текста по ключевым словам, используя сложно подчиненные предложения с придаточным и изъяснительным. Прогнозируйте содержание по ключевым словам, используя сложно подчиненные предложения с придаточным и изъяснительным или определительным. Прогнозируют героя или проблемный вопрос текста, используя сложно подчиненное предложение с придаточным изъяснительным или определительным. В первых уроках можно дать готовые модели синтаксических конструкций. Пример. Задание. Прогнозируйте тему текста. Используйте для прогнозирования сложно подчиненное предложение с придаточным изъяснительным. И учитель дает синтаксическую конструкцию. Я думаю, считаю, что тема видеоролика будет звучать. И предлагаются следующие ключевые слова. Нестандартный образ жизни, в буквальном переводе «ныряние в небеса», получил кличку «адреналиновый наркоман», «экстрим», «любовь к риску». Прогнозирование содержания. Используйте для прогнозирования сложно подчиненные предложения с придаточным, изъяснительным или определительным. Я считаю, что в ролике будет говориться о, в тексте будет говориться о хобби, которое. При этом данное задание на последующих уроках можно усложнить, пропустив окончание в союзном слове «который», так как наибольшую сложность представляет согласование союзного слова с определяемым словом в главном предложении. Пропущенное окончание будет способствовать тому, чтобы учащиеся обратили внимание на необходимость правильного согласования. Таким образом, мы развиваем не только навык прогнозирования, но и грамматические знания. Для прогнозирования содержания можно дать дополнительно еще два ключевых слова, словосочетания. Любовь к экстриму, сделать риск минимальным. Прогнозирование героя. Используйте для прогнозирования сложно подчиненные предложения с придаточным, изъяснительным или определительным. Героем видеоролика будет человек, который, я думаю, что герой это. Также можно дополнить ключевые слова следующими выражениями: опасно для жизни, любить жизнь еще сильнее. Для прогнозирования нужно использовать сложноподчиненное с придаточным и изъяснительным. Для прогнозирования темы текста. Вспоминаем конструкцию. Я думаю или считаю, что тема текста или темой текста является то-то, да? Или тема текста будет звучать так. Так. Значит, каждый самостоятельно сейчас прогнозирует вот ключевые слова. Нестандартный образ жизни, в буквальном переводе «ныряние в небеса», получил кличку «адреналиновый наркоман», «экстрим», «любовь к риску». Не забывайте, как наш раздел называется. Так, одна минута, каждый записывает свой. Таким образом, нам удалось соединить цель обучения по слушанию с материалом. Что дают эти приемы формативного оценивания ученику? Во-первых, подобные виды заданий развивают не только навыки прогнозирования, но и формируют функциональную грамотность учащихся, поскольку грамматический материал отрабатывается не в отрыве, а на определенном контексте. Поэтому у учащихся развивается умение использовать синтаксические конструкции в речи не только активно, но и осознанно.
Что дают эти приемы формативного оценивания учителю? Во-первых, дают возможность объединить цели обучения и сэкономить время. Через одно задание можно сразу отработать две цели обучения. На данном семинаре были рассмотрены только некоторые приемы формативного оценивания при изучении раздела «Хобби и свободное время». Хотелось бы сказать, что важным является творческий подход учителя, понимание целей обучения, возможности сочетать эти цели обучения при проведении оценивания. Спасибо за внимание.